Порядка 400 сотрудников Дорсервиса вышли на работу. У многих руководство попросило помочь в уборке снега в свой выходной. Работа ведется в круглосуточном режиме. Территория обслуживания у предприятия немалая. Это все муниципальные автомобильные дороги Ленинского городского округа, путепроводы, мосты, внутриквартальные проезжие части, детские и спортивные площадки, скверы, зоны отдыха, пешеходные дорожки. С 4-5, кое-где в поселениях с 6 часов начали уборку. Значит, ручные работники, то есть дворники, ну и, соответственно, техника. Порядка 40 единиц. Порядка 30 единиц техники вышло на уборку дорог, значит, автомобильных. Сотрудники Дорсервиса с пониманием относятся к тому, что работы прибавилось в разы. Начинаем с главных улиц и идем дальше по всем остальным, по Советской, по ПЛК. Вот сегодня чистим, пока с площади начали. Но снег идет весь день. Здесь сейчас уже в течение часа уже мы закончим, мы перейдем уже на другие участки. Вот, так как снега много, поэтому будем стараться делать побыстрее. Кроме уборки, дорожники обрабатывают проезжие части реагентами. Буквально за сутки израсходовано порядка 16 тонн противогололедного реагента, 40 тонн песко-соляной смеси, а также вывезено около 300 кубометров снега на снегосвалке. На 10 часов утра сегодня было использовано 220 тонн песко-соляной смеси для обработки автодорог, с которых уже вывезено 700 кубометров снега. Трудятся и сотрудники УК ЖКХ. Сотни дворников расчищают тротуары, подходы к домам и социально значимым объектам. Все наши службы приведены с 5 часов утра. Все дворы полностью начали вычищаться с 5 часов утра. Так как по распоряжению губернатора Московской области и Алексея Петровича Спасского у нас приведена боевая готовность, а именно ранняя очистка дворов. Поэтому, вы как видите, мы идем в пользу с ногой с Дорсервисом, который нам предоставляет технику для прочистки выездов с дворов придомовой территории и для прочистки от снега также социально значимых объектов Почта России. Очень много снега, потому что за ночь замело, но видно, уже расчищают нормально. Вот к данному моменту уже дороги все чистые, тротуары потихоньку уже очищаются. Не везде, но уже более-менее службы работают нормально. Ну а в усиленном режиме коммунальщики будут работать до прекращения осадков. Татьяна Брылова, Виктория Филатова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.